Дорогие мои, на данный момент я получаю сообщения, да, где в основном молодые люди, ну, для меня 40 лет – это молодые люди, обращаются ко мне с вопросом, ну, реально ли, собственно говоря, заняться самоисцелением и духовным, и физическим, и при этом оставаться таким, как ты есть. С теми же негативным видением жизни, с теми же пороками, с такой же несуразицей в личной жизни, с сумбуром в голове. Я говорю, нет, конечно. Ни при каких условиях чуть-чуть беременным быть не получится. Потому что самоисцеление духовное и физическое, оно требует того, чтобы встать на путь воина. Кстати, об этом постоянно Дон Хуан говорил Кастанеде. Все, что написано Кастанедой, это то, что Дон Хуан говорил. Нельзя быть полупокером. Кстати, если внимательно читать Бхагавад-гиту, то Кришна Арджуне говорит примерно то же самое. Иисус ученикам тоже говорит, что надо быть личностью. И получается примерно следующее. Знаете, как в детстве говорили, жить хорошо хочу, а воровать боюсь. Вот примерно такая же ситуация и здесь. Надо стать воином. Надо стать действительно человеком, который что-то изменил в своей жизни. Будда в своей жизни много что изменил. Мне очень нравятся духовные лидеры, но мне очень не нравятся последователи этих духовных лидеров, которые надеются на то, что если они будут последователями, значит, у них что-то получится. Вряд ли. Мне очень нравится, что говорит Цукатомо Ямамото по этому поводу. Он говорит, решительность важнее мудрости и талантов. Решительно принять какое-то, ну, решение – это очень важно. И он пишет очень интересную вещь. Даже если человек не читает молитв, но в сердце своем шествует по пути искренности, в первую очередь по отношению к самому себе, боги никогда не отвернутся от него, поскольку все в этом мире всего лишь кукольное представление. Путь искренности – это смерть. И вот путь воина, с моей точки зрения, это ведь не способ победить, а способ существовать. Поэтому в предыдущих видео я говорил, для того, чтобы стать на путь самоисцеления, нужно поменять свою философию. Но нельзя, лежа на диване или бегая по клавиатуре, добиться каких-то результатов. Надо принимать какие-то решения. Нужно принимать жесткие решения, а иначе не получится. Путь воина – это решительность. Прежде всего, это решительность. Это принятие для себя решения поменять, стать искренним, отбросить мусор из головы, из своей личной жизни, выкинуть те вещи, которые не нужны, и заняться теми вещами, которые действительно нужны. Потому что в нашей жизни слишком много хлама, а для того, чтобы от него избавиться, нужно быть действительно очень мужественным человеком. Все.